Что касается Медведева, поскольку он является преемником Владимира Владимировича, то я думаю, что эта политика, безусловно, им будет продолжаться. Это с одной стороны. А с другой стороны, он сам по национальности, даже по строгим еврейским законам, он сам по национальности еврей, потому что у него мама и бабушка еврейки. Вот, фамилия Шапошникова. И он с большим уважением относится к религии вообще. И у нас вообще сейчас в России никаких криминальных, так сказать, агрессивных действий, как было в советское время, да, в отношении